Продолжаем играть в игру Peps World. Кикс. О, грибочек, быстренько за грибочком бежим. Эй! Так, монетку сейчас зажмем. Так, один остался, да, чувак? Ну ладно, бегай. Бегай, пока ты живой там еще. Так, а здесь, наверное... А, нет. Это что за сумасшедший? Сумасшедшая улитка. Все, раздавили мы ее. О, две сумасшедших улитки мы раздавили одним махом. О, монеточки. Много-много монеток у нас уже. Яблочко. Все. Ах, теперь мы можем стрелять. Так, у нас здесь птички. Птички невелички. Есть одна. Так, вторая. И вторую щелкнули. И третья. Чего у вас тут так много-то? Птичек, так. Так, перепрыгиваем. А, тут тоже много монеток, да? Ладно. А-а-а! Меня она съела. Да ё-моё! Что за фигня вообще? Летающие штуки-дрюки. Да. Так. О, появился у нас гад здесь. Волосатый. О, раз мы два будем съедать. Так, кончились у меня вонючие эти яблочки. Так, все что ли? Да, прошли уровень. Замечательно. 2 против 2. А, и я танк сейчас возьму Джокера. Маленький такой танк Джокер. А, у него тоже, смотри, Джокер будет. А, они как-то, видимо, выбирают. Слушай. Ладненько. Так, у меня он, блин, слабенький, правда, Джокер. Ну ничего. Сейчас попробуем их отщелкать. О, на, получай. А я отсюда буду стрелять, как раз я попадаю. Ой, замечательно. На, получай. Сейчас я его даже щелкну. А, почему я уже... Я либо в холм стреляю, да? Получается, либо... Как-то он странно себя ведет. Давай я поближе подъеду. Так, попал я в кого-нибудь? Нет? А, у нас походу... А, нет. Я думал, у нас один противник остался. Есть! Уничтожил я его. И остался у нас вот этот... Один большой танк. И я его отщелкал. Представляешь, большого танка мы слона отщелкали. Офигеть. А ну-ка, подожди. Где этот слон? Вот он, мамонт. А, это мамонт. Почему я его называю слоном? Так, наберу я Катюшу. Возьмем Катюшу. И пойдем с Катюшей. Так, ладно. Кто там со мной? Какой чувак? Ладно, я сейчас вот здесь встану. Вот так вот. И буду стрелять. О! Давайте подходим на раздачу. Смотри, никто на раздачу не подошел. А, нет, вот он, титан, вонючка. А чё ж ты мне так не подошел сразу-то, а? На! Ух ты! Взорвали меня. Кто меня взорвал? Слушай, да какие они мощные. Нас уничтожили. Поступим по-другому. А, усилителя мне не хватает. Ладно, мы усилитель обязательно получим. Я возьму просто-напросто вот этот. А хотя, смотри, уровень у нас 47, этот лучше. Можно его, кстати, повысить. Все, напал мы повысили и пошли. Мне, кстати, надо будет деньги подзаработать. Ладно, идем дальше. Так, все, у меня баллиста. Ребята, на, получай, в кого-нибудь попал или нет. На, есть. Попадание сейчас будет. Опа, взорвался. Так, а ну-ка, отъедайте наших бомбочек. Фига, как меня быстро уничтожили. Слушай, бедная моя баллиста. Давай, чувак. Давай, ты должен выиграть. Ну, ты чего? Куда ты убежал? Ты зачем сюда? Я не знаю, кто со мной играет вообще, какие-то я не знаю. Какие-то нубики играют со мной. А хотя, может быть, этот нубик и выиграл. Ух ты. Да. Так, ребята, ну что, продолжаем. Играем в Майнкрафт. Посмотрим, как моя жареная баранина готова. Готова. Давайте ее съедим.
О, поднялось немножко у меня самое голод, но не до конца, да ё-моё, да что ж ты будешь делать-то? Давайте пойдем посмотрим, что у нас там с нашей грядкой. Так, вот наша грядочка. Тут пока ничего не выросло, давайте немножко досадим. Чуть-чуть, о, Каркуша, слушай, давайте я вас буду разводить, идите ко мне. Так, мне нужно, давайте я сделаю курятник. Так, пошлите, мои хорошие, пошлите, мои дорогие. Так, 3 штуки у меня как раз нормально. Так, сейчас сюда пойдем. О! Идем ко мне сюда. Здесь я вас буду разводить. Так, сразу я закрою, чтобы вы не убежали. Так, все. Так, приплод. Приплод у меня есть. Курочки. Теперь осталось, я вас буду немножечко потихонечку разводить. Так, давайте я отсюда выйду. Так, ну, вас выпускать пока не буду. А, вот и курятник у меня есть. Давайте посмотрим, что у нас там получается с пшеничкой. А пшеничку мы смотрели, ничего не выросло. Так, еда у меня закончилась. У меня яичко одно есть. Нифига. А, 4 даже яйца. Так, давайте попробуем. Ничего не произошло, к сожалению. Так, что у нас там по железу? О, 8 слитков. А, замечательно, 8 слитков. Сейчас мы сделаем ведерко. Ага, текс. Одно, ну, блин, одного ведра всегда мало. Поэтому давайте сделаем 2 ведра, на всякий случай. О, с 2 ведрами хорошо. И у нас еще есть ножницы. Блин, мало-мало-мало инструментов у меня, капец. Может, сделаем ящик сразу? А нифига, я не сделаю ящик, у меня нету дерева. Так, где у меня тут деревья поблизости? Самое ближайшее вот это вот дерево. А, давайте соберем бревна. И сейчас будем делать пристройку к домику. Так вот, получается, у меня там мужичок один живет. А, нам как-то надо, чтобы побольше места было. Так, давайте вот это все разберем. А, вот это вот место. И будем увеличивать. Еще одну кроватку сделаем. И для этого мне нужно взять ножницы и пойти к овечкам. А где? А, вот, смотри, вот овечка. Хорошо, что рядышком есть овечка. Так, 2. Мне нужно еще один. Вот еще овечка. Так, мне срочно нужно сделать еще одну кроватку, потому что ночью прибегает чувак, и он тоже спать там хочет. Вот, кроватка у меня уже будет одна, еще вот, еще возьму я, спасибочки тебе. Такс, ну все, кроватку я сделаю, давайте дальше расширять домик вот этот. Что у меня получается, булыжник есть или нет? Так, андезит у меня есть, ну давай с андезита что-нибудь придумаем. Так, расширяем. Да, андезита у меня, оказывается, мало было. Так, дубовое бревно есть зато. Много дубовых бревен. Вот так вот мы будем расширять домик. Так, для окна тоже место я сделаю. Замечательно. Так, бревна кончились, и андезита надо где-то найти, чтобы мне красиво все было. По красоте. Так, вот здесь есть булыжнички. Да, мы просто из булыжника будем делать, наверное. Вот здесь такое, может быть, пещерка будет какая-нибудь у меня. Потихонечку, понемножечку мы здесь выдолбаем. Опа, у меня кончилось, мне это самое. Надо что-то делать. Дерево, дерево есть. О, еловое бревно есть, хорошо. Делаем сразу, как его называется, господи, это верстачок. Верстачок ставим, наверное, вот сюда. Слушай. Так. Вот, булыжника много. Сделаем сейчас из этих самых палочек каменную кирку. Раз, два, три. Три каменные кирки. Допустим, 4 даже будет. Чем больше, тем лучше. Все, дальше я прокопаю. Может, мне нужен андезит. Но андезит я, наверное, вряд ли найду. Здесь почему-то андезита здесь нету. И мне надо что-то покушать. Чё-то пожрать надо, а жрать-то нечего совсем. О, а чё здесь так темно, слушай. Может быть, я... Вот, прокопаю как раз. Сюда. Так, давайте эту тоже уберем землю. Земля здесь не нужна.
Так, ну мне земля все равно пригодится куда-нибудь, что-нибудь. О, привет, чувак. Слушай, ты чем торгуешь? А, бумагой, слушай, ё-моё. Ты знаешь, я-то, по идее, могу много-много насадить тростника и сделать много бумаги. И ты мне за это много денег дашь, да? О, черемуха, смотри, черемуха поспела. Блин, я все забываю, как эту черемуху брать нормально. А, давайте поедим немножко черемухи. Лесные ягоды. И посадим кусточек. Куст сюда посажу. Ой, а что я хотел? Мне нужно, слушай, много тростника найти. Так. Тростник растет возле воды. Так, а тут нету воды нигде ничего. Ладно, тростник потом поищем. Так, тут у меня ничего не растет. Блин, пшеница так долго растет. Так, у меня есть смотри. Давай воду наберем сразу. Чтобы вода была всегда с собой. Мало ли, она пригодится куда-нибудь мне. Что-нибудь. О, и ночь наступает. Ночь. Мы сейчас пойдем спать, и мы сделаем сразу кроватку. Только мне тут есть, куда кровать поставить? Нет, пока места нету. Хотя, при желании, найдемся. Давай здесь ляжем. Во время грозы или во время ночи. Так, а что, еще не ночь не наступила? Ну, ладно, мы тогда заканчивать ролик. По Майнкрафту.